Иван Остапенко на глубине ищет умиротворение вот уже 3 года. Говорит, вода успокаивает. В детстве был поклонником фильмов французского исследователя Мирового океана «Кусто» и мечтал однажды воочию увидеть подводную жизнь. До океана пока не доехал, но уверен, и Волга полна тайн. Правда, чтобы до них добраться, сначала приходится поработать. Освободить речное дно от арматуры, старой резины и бутылок. Каждый год перед началом купального сезона Иван с друзьями-аквалангистами очищает Самарский пляж от мусора. На этот раз решили поработать под спуском на 9-й просеке. Мы очищаем пляжи, то есть это место, где купаемся мы, где купаются наши дети, наши там близкие, родные, друзья. И когда идешь по пляжу и видишь, как валяются бутылки, мешки, или купаешься, ныряешь вот с маской, тоже смотришь на бутылки, это не очень красиво, это не нравится. И хочется, чтобы пришел на пляж и было чистенько, ухоженно, поэтому сегодня я здесь. В этот день на подводный субботник собрались более 30 дайверов. Последние несколько лет таким образом они отмечают Международный день очистки водоемов. Организовал товарищ и руководитель клуба дайверов Александр Красавин. Когда мы погружаемся, мы видим то, что происходит под водой. То есть, если обычные люди, кто не далек от дайвинга, они все это не видят, то для нас это родная стихия, да? И для нас это очень близко. И хотелось бы нырять в чистой воде, в хорошей нашей замечательной Волге. В этом году мы будем чистить на каждом погружении то, что погружаемся на Волге, либо на каких-то других водоемах, неважно. Мы будем по мере возможности пытаться что-то убрать. Перед началом пляжного сезона по инициативе городских властей дно Волги под каждым спуском исследуют водолазы. Но дайверы говорят, работы хватит на всех. Администрация Самары их поддерживает и предоставляет все необходимое для проведения работ. Старания подводных активистов отметила глава города Елена Лапушкина. В одной из социальных сетей она обратилась к дайверам с благодарностью. Мария Левина, Максим Гусев, «События».